сжала, коснулась ладони, слился со стоном удар молотка, брызнула кровь и мучительной болью сердце огнем захлестнула волна. К древу креста уже руки прибили, глухо у ног молоток застучал, воины алчно одежды делили, кто-то из них уже жребий бросал. Подняли крест и повис обреченно царь иудейский Иисус Назарей. Мягкая ткань голубого хитона кровью залита в руках палачей. Подняли крест и повис обреченно царь иудейский Иисус Назарей. Мягкая ткань голубого хитона кровью залита в руках палачей. Он принял мучение, кровью невинной за нас заплатил. Царь иудейский, Сын Божий, Мессия, двери спасения нам грешным открыл. Люди, вы слышите, все это было там на Голгофе с Иисусом Христом. Но смерть Иисуса не победила, ведь Он воскрес и на небо взошел. Только не гнев был в ответ и не мщение, для искупления лилась эта кровь. Кротко над миром звучало прощение и обнимала планету любовь. Только не гнев был в ответ и не мщение, для искупления лилась эта кровь. Кротко над миром звучало прощение и обнимала планету любовь. Ладони слился со стоном удар молотка, брызнула кровь и мучительной болью сердце огнем захлестнула волна. Слава Богу!